День добрый, солнечный, летний, прекрасный, чудесный. Друзья, дорогие клиенты, конкуренты, все, кто нас смотрит, огромный привет вам от компании Arbat Homes. Я Татьяна Пикер, сегодня снова с вами. Мы находимся сейчас в районе Верхней Обы и покажу вам квартиру без мебели и без техники, пустую, так как вы часто-часто делаете запросы именно на пустые квартиры. Сегодня как раз по вашим просьбам снимаем 2 плюс 1 пустую, 91 квадрат, 175 тысяч евро. Немножко хочу поговорить о локации. Когда говорю, снимаем Верхнюю Обу, сразу думаете, 2 или 3 километра расстояние до моря, до центра. Абсолютно нет. Сегодняшнее предложение находится в 750 метрах, надеюсь, правильно сказала, от моря. Вы знаете, здесь инфраструктура такая плотная, здесь все имеется, все локализовано, так же, как и в центре Алании. Забегая вперед, скажу, что здесь находится филиал клиники Башкент, это частная клиника, очень известная в Алании. Это ТЭТ колледж, это государственная школа есть недалеко, это магазин Метро, магазин Кочташ, а также сетевой маркет А101 и Сеч находятся в соседнем доме. Дорогие мои, все под рукой. Сейчас я нахожусь как раз на территории комплекса. Комплекс небольшой, несмотря на то, что земельный участок составляет 3000 квадратных метров. Здесь нет толкучки, да, как мы обычно говорим. Вот видим мы два симпатичных четырехэтажных всего блока. Наше предложение находится на втором этаже. И уже на месте расскажу вам подробненько об инфраструктуре и, в принципе, что за эту цену предлагает хозяин. Давайте в квартиру. Я на месте. Квартира бомба. Все детально покажу. Видим вот эту прекрасную дверь. Только что пообщалась с застройщиком. Если к вам в квартиру залезает вор через дверь, соответственно, без ключа, то 5 лет гарантии вот на эту дверь вам дают. Прекрасный холл. Видим огромную нишу для встроенного шкафа. Потолки больше 3 метров. Сразу входим в такую квадратную, очень интересную кухонную зону. Я не буду рассказывать, какая здесь классная рабочая поверхность акрилическая, какие здесь прекрасные окна с пленкой, какие здесь прекрасные шкафы, и все здесь имеется, и все ниши посмотрите сами. Сразу справа от кухонной зоны со своим выходом на балкон и на, получается, инфраструктуру комплекса и бассейн, выходит у нас гостиная. Прекрасная, прямоугольная. Везде есть выводки для кондиционеров, так что проблем с установкой у вас не будет. На одном из балконов я буду, скорее всего, подводить итоги, потому что вид прекрасный, а рассказать вам еще про инфраструктуру нужно. Видим, с правой стороны у нас коридор, и первая дверь – это кладовка. Я думала, что это у нас ванная комната. Здесь можно сделать небольшую гардеробную, но, скорее всего, хозяин будет устанавливать полки уже с той частотой, с которой вам будет подходящая. Следующая дверь у нас ванная комната с душевой кабиной, со всеми шкафами и душевой кабиной, и детскую спальню видим. И дальше мы с вами проходим в родительскую спальню прекрасных также размеров со своим балконом, который выходит на юго-восток. Это значит, у вас постоянно здесь будет солнышко и очень красивый вид бассейн. Вот с левой стороны от меня ванная комната и вот эта прекрасная ниша. Как раз сюда устанавливают у нас в потолок встроенный шкаф. Дальше, как мы обставляем, вот это у нас будет кровать двуспальная. Хотите картину? Две тумбочки, пожалуйста, телевизор. И самое главное, что выводки от кондиционера у нас здесь, вы не любите, когда вам прямо дует в голову. Я выхожу на балкон, буду с вами подводить там итоги. Нахожусь я сейчас на втором балконе, выход на который имеется из родительской спальни. Я обычно называю второй балкон техническим балконом, но это было бы кощунство, если бы вот такую вот прекрасную площадь назвать техническим балконом. Также и отдыхательный сюда, и мебель влезет, и стол, и два стула. И вот тот балкон у нас, чуть больше он по площади, выход на него имеется из гостиной. Я сказала в начале ролика, второй этаж турецкий. Находимся мы на фактическом
третьем этаже, в вашем третьем, потому что на первом этаже у нас имеется инфраструктура. Год постройки 2021, в этой квартире еще никто не жил. Абсолютно новая свежая энергетика, которая ждет вас, дорогие наши подписчики. Приезжайте и будьте хозяевами этой квартиры. В комплексе имеется также, этот инсайт получила я от застройщика, имеется свое очистительное сооружение, поэтому у вас здесь ни посудомоечная машина, ни стиральная машина не будут портиться, и все будет свежим и молодым долгие годы, а также воду можно пить прямо из крана. Итак, вот она, видна инфраструктура, напоминаю, что 3000 квадратных метров площадь нашего земельного участка, что имеется: открытый плавательный бассейн с детской секцией, имеется зона барбекю, детская площадка открытая, имеется также крытая детская площадка, есть отдельная игровая комната для любых возрастов, например, на зимний период очень удобно, и бильярд, настольный теннис, также много других игр, и то есть вы прекрасно проведете досуг там со своими знакомыми. Есть также сауна, есть тренажерный зал, есть еще много чего. Смотрите на экране. В 2021 году построили квартиру. 2 плюс 1 – 91 квадратный метр. 175 тысяч евро и 750 метров до моря. Не буду говорить, что вся инфраструктура городская у нас под рукой. Дорогие мои, это предложение для вас. И ценник достаточно адекватный. Татьяна Пикер с вами была сегодня. Район Ова. Пока-пока.